У нас здесь опять вопрос. Да. Молодой человек слева от сцены. Вы похожи на Джигурду, если честно. На бутырку не катит. Вот. А мой вопрос насчет Житомира. Я уволился с фабрики житомирской, теперь я хожу без носков. Что мне делать? Ну, во-первых, работать над дикцией. Можно наш ответ? А почему вы и когда где? А вчера там это два. Спасибо, Жора, это спасибо, твой, спасибо. Это твой клиент сегодня вечером в Градинском. Уволился с фабрики житомирской, хожу без носков, что мне делать? Устройся на фабрику «Контекс», будут ходить в галошах. Красавчик, выговорил. Джигурда. Срифмователя не надо. Срифмуй! Ну, а я хочу без трусов. Что мне делать? Устройтесь на завод. Лобан, хорош. А, по максимум один ответ в одни руки. Лобан, хорош. Лобан, хорош, да, действительно. Да, да. Спасибо. Все, иди. Давай. Уволился с житомирской фабрики по производству носков. Хожу без носков первую неделю. Что мне делать? Да, а десятка на билет на КВН нашлась. Две. Он еще из Славутича приехал, Максим. С ним рассчитались с фабрики. Ну. Так, еще раз, да что ж такое? Уволился с швейной и носочной фабрики в Житомире. Хожу вторую неделю без носков. Ну, что мне теперь делать? Грязные носки постирай. Ах, пропесочил. У меня есть вопрос здесь. Давай, давай, Артем, давай, может быть, тебе повезет. Дорогие друзья, сейчас я хочу особо представить. Это человек, который умеет задавать вопросы с матюками. Надеемся, что он сегодня спросит без матюков. Давайте поаплодируем. Вообще-то я тебя предупреждал, что я буду культурным. Здрасте. Здрасте. Вопрос. Я проголосовал за Лешко. Сходил на концерт Ива Бобула. Вложил деньги в Натробанк. А как вы встречаете конец света? Я проголосовал за Лешко, сходил на концерт Ива Бобула, вложил деньги в Натробанк. А как вы встречаете конец света? Мало кто знает, но на самом деле я Сергей Мавроди. Кто первый? Кому задавай? Ну мне, я маленький, мне можно. Хорошо. Я проголосовал, не дай бог кому, конечно, за Лешко. Я сходил на концерт Эйси Повали. Я вложил деньги в Натробанк. Как вы встречаете конец света? Честно, продаю прокладки. Гривна одна штука. Девчонки, это реклама. Серьезно. Нормально. То есть ты считаешь, что под конец света все-таки потечет? Полностью перечислять или хватит? О, хорошо. О, Господи. Я проголосовал за Лешко. Я сходил на концерт Ива Бобула. Я вложил деньги в Натробанк. Как вы встречаете конец света? Не, ну если честно, я вообще за коммунистов голосовал. Зря. Обратитесь к тому, кто за красное продает по одной гривне. Что, я? Полностью? Да, если можно. Сходил на концерт Ива Бобула, проголосовал за Лешко, вложил деньги в Натробанк. А как вы встречаете конец света? А, ну, кто-то уволился с фабрики носков, кто-то переехал в Житомир, а мы — цветы.
Я проголосовал за Лешко, я сходил на концерт Ивана Бобула, я вложил деньги в Натрабанк. А как вы встречаете конец света? Да что ты, я вообще сплю с Лилией Сандулесу. Ты будешь отвечать? Да, да, конечно. Я сходил на концерт Ивана Бобула, я проголосовал за Лешко, я вложил деньги в Натрабанк. А как вы встречаете конец света? Хреново быть тобой. Но хоть хрен есть. Я держусь, я обещал. Я сходил на концерт Ивана Бобула, проголосовал за Лешко и вложил деньги в Натрабанк. А как вы встречаете конец света? А я поставил все деньги на победу Соколова. Выиграя Соколов, выиграю я. Теперь сами бачите, что. Друзья, ну и... На этом нашем... Да, да, друзья, давайте поаплодируем задавший вопрос. Алексей Смолко, актер «Большой разницы» и программы «Добрый вечер» на канале СТБ. Спасибо, что с нами, Коль. Ну а наша нелегкая с вами задача среди этого потока бессознания... подсознания и прочих великих вещей выбрать самый лучший вопрос, дорогие друзья. Итак, как вы считаете? Наверное, кстати, спросим у команд для начала. Итак, что лучше, Житомир, как вы справитесь с проблемами, голосовать за Ляшко и носочная фабрика? Ляшко лучше, кричат, это как-то... Или все-таки Житомир, или носочная фабрика, или... Давайте так, первый вопрос, кто аплодирует за него? Самый первый вопрос. И последний вопрос, друзья, аплодируем за последний вопрос. Мы Житомир побеждаем. Человек, который сегодня находится в Житомире и одновременно в нашей игре, приглашаем сюда, на эту сцену. Девушка, не стесняйтесь, идите к нам. Вы же в Житомире, в Челюбе вас никто не узнает. Слушайте, идет. А мы аплодируем, друзья, Громче, 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 громче. Вот такая маленькая, легкая оговорка привела к такому большому грандиозному успеху. Я, насколько я правильно себя понимаю, вы не из Чернигова. Не из Житомира. А откуда? Это бутылка. Запорожье. Это Запорожье, дорогие друзья. Давайте поаплодируем. А зовут? Лена. А это Лена из Запорожья получает приз сегодня в денежный гарант за ее прекрасное чувство юмора, за ее непосредственность и за ее вопрос на разминке. А команды мы зовем снова готовиться, а те, кто уже выступали, отдыхайте с Божьей помощью.